Здравствуйте, родные мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот покажу вам чудо природы. Вот этот конь, хряк. Вот этот хряк. Больше 250 килограмм точно весит. Я вот раньше замечал, сколько он пьет. Вот свиноматки там у меня. Сейчас возьму. Вот свиноматки. Вот это вот. Вот эти вот. Выпивают 1,5-2 ведра за день. Тут четвертая была еще, вот они вдвоем. Вот пол ведра каждого выпивает, это легко. Летом замечал, пьют, блин, вот так вот, присосутся вот. Пьют. Вот эти вот четверо. Чашка вот такой вот. Пьяного чашка вот такая вот. Из-под консервы здоровой. За день выпивают. И две тоже примерно так. Ну, не полностью выпивают. А вот это чудо природы. Повторяю, больше 250 килограмм, 100%. Выпивает 1,5 литра в сутки максимум. Вот сегодня утром даже не пил. Время 10 утра примерно. Сейчас мы посмотрим, сколько тут у вас выпьет. Сегодня утром даже попить не стал. Я ему чашку постоянно не ставлю, потому что утаскивает, сволочь. Вот смотрите, сколько он выпьет сейчас. Попьет и хорош. Вот смотрите. Все. Сволочь. А жрет только сухой корм. Вот только сухой корм ест. Рубленка засыпана. Все, напился. Ну сколько он выпил-то? Голков 5-6 сделал. Он жрет сухой корм. Все. Вечером еще столько выпьет и все. И больше не пьет. Чашку мне вставляю, видите, что делал. Вытаскивает ее, сволочь. Дед там бросает. А один на один к нему заходить боюсь. Злодень, блин. Вот и вот. Эти водохлебы, вот эти вот. Водохлебы. И вот и считайте, сколько нужно живому организму воды в сутки. Или мужики молодцы, или бабы вот засыхи, блин. Все, лайки, дизлайки, комментарии. До свидания, родные.